Так, ух ты ж. Две цели. Угу. Ух, а я не помню, как это искать. Подожди. А, все, вот, понял. Все, ты уже забыл все управление за эти недели, что я не играл. Так. Глушитель я не брал, значит, надо ножиком ходиться. Вдруг еще на карте кто-то есть. Нет никого, пойдем. Погнали. Осторожней быть. Чё? Осторожней надо быть. Это к чему? Ну, когда мы ходим по воде, то очень слышно. Ну, я знаю. Ну, чем медленнее ты двигаешься, тем больше шансов по тебе попасть. Вон, что там в голову. Приходится выбирать или шуметь. Почему я, блядь, огоньки вижу через стену? Может, баги обновления? По-любому. Я все лампы вижу через стену. Где рядом зомбарь ходит? От какой контракт поставил? Рандом? Рандом. Чумная где-то рядом ходит. Блять, ты выжила, что ли, ебанутая? Убил? Да. Черво-пираньи здесь. Бля, как теперь забраться-то, ёпта? Так, еще одна чумная бабка ходит. Ее не трогай. Это я. Не, вон там, на стороне. Я, в смысле, ворон спугнул. Чтобы разделились. Капец, как много червей стало. Да в смысле, блядь, ладно, похуй. Чё ты там застрял? Да там прохода нету. Что же с тобой пойду? Ух ты ж, испугался. Иди сюда. Я, наверное, тоже не могу. Что это? Тьфу ты, блин. Да, так, куда он делся? Могу это как-то куда-то сюда бежал. Через кусты бегать. Сейчас нарвусь на неприятности.
по публику ушел, смотрю. Я догоним. Не уходи, подожди, давай. Блять, кашляет. Кот упрыгнул. Да, блять, те все ножи, сука. Ладно, пофиг. Видишь, копейки стоит. Ну, у меня всего 6 закатку. Что, если я его не найду? Они, во-первых, нерасходуемый предмет. Ты можешь все раскидать, они все равно восстановятся, если ты выживешь. Ну, если ты все вкатки потратишь, они же никак их не восполнить больше. А купить новый нет? Где? Вкатки? В магазине. Ты меня слышишь, говорю, они восстанавливаются, ну, если ты понял, выходишь, да, с игры. Ну а в самой игре нет магазина. Я говорю, вкатки. Тут лампа есть. Бочку просто ебнула. Ух ты, как на зубре погорело. Чё? Много зомбаков убил. В смысле, сгорели сами? Ну, я говорю, сгорели. Очень много. Бывает, чё. Понятненько. Но он где-то рядом, да, получается? Смотришь, если что, считать рядом. Собаки справа. Не согреться, нет? Похуй, согреться убьем. Блять, две. Хедшот, найс. Отлично. Фух, отравила. Ну, она всегда, она в любом случае отравит. Если только ты не подойдешь к ней со спины и не долбанешь ее или шпагой, или штыком. Ножом она в любом случае тебя отравит слишком близко. Она разве не палит, если к ней подойти спокойно? Со спины нет. Я говорю, штыком, оружием со штык-ножом, или шпагой. Достанешь, чтобы она не согревалась. Ножом нет. Черви. Блять. Вороны. Лампа. Все равно взлетят. Понятно. Сейчас. Здесь бучер. Погоди, нет. Все, мясника нашли. Сейчас клюшку заберем. Да, давай.
Блять. Псы, да? Ох. Стелс поиграем так вот. Видим. Ворон. На 75. Какое плохое место, мне не нравится. С другой стороны обойду. Я здесь жду. А? Я здесь подожду. Смотри сам. Ну я бы там не сидел, там обзора нет вообще. Здесь на крышу. Ой, я на крышу поднимусь сейчас. Че? На крышу поднимусь. Не знаю, на 75 вороны как сидели, так и сидят. Я слышал, что там взлетели. О, да, кто-то есть. Двое идут. Куда идут? К нам. Ну, поконкретнее. 90. У забора. Вот сплунули. Слышал. Один прямо у забора, один позади него. Ок. Скажи, если в мою сторону... А, они ко мне идут. Опа. Гасим их, нет? Да. Если уверен, что попадешь. Все равно только старайся вести себя тише. Пока не началась стрельба. Потому что я перестал их слышать. Напряженный момент, однако, напряженный. Они засели где-то. Ну ой, как сейчас напряженный, прям уж всего сжимает. Не вижу одного. Где? Ёбнул одного. Передо мной на 45. Дыра в заборе, видишь, такой проход. Сейчас пробую обойти как-нибудь. Ты хапашку потерял. На тебя зомби согрелись? Да. О, второго вижу. Попал разок. Видел. Отойди, там гранат сейчас будет. Нет, он не забил гранат. Где? Забор. Конкретнее. Где с твоей стороны сейчас будет? Слушай. Убил. Не знаю, он успел друга поднять или нет. Друг где-то здесь должен быть, по-моему. Здесь вот где-то. Так, это зомби. Вот друг. Есть? Мертвый. Фух. У них хорошее оружие, нет? У одного Мосинка. Мосинка хорошая винтовка. Это Мосинка, да, вот палец? Ну, длинная лежит, это Мосинка. Ага, все, я взял. У того я не видел, чего. У него... Другой Спаркс. Парень. Спаркс, типа, короче... Апперкот, пистолет с винтовочными патронами. Достаточно сильный. У него как раз пистолет, у него винтовка, блядь, патроны от Мосинки. А? Мосинка на каком уровне откроется?
Я не помню. Не, сейчас я тебе говорю, это пока не спрашивай. Спаркс, короче, вот то, что у него, это винтовка очень мощная, но она всего однопатронная. Один выстрел, и потом вытаскиваешь патронник, вставляешь патрон, снова стреляешь. Понял. Пистолет? А что у тебя за пистолет? Колдуэлл какой-то. Ну вот это тоже Колдуэлл, только у него патроны мощнее. Тот, который у того чела, у дальнего. Пистолет поменяй. Ты... А, ну да, все. У тебя с Мосинкой и пистолетом одни и те же патроны, но они мощные. Да. Надо еще патрон взять. Было бы где их взять. Где-то ящик лежал. Просто надо быть сейчас аккуратными, где-то еще могут быть люди. Только не стреляй. Пока что. Я пока патроны возьму, ты че? В этого, в бучера не стреляй пока. Попробуй его тихо загасить. А, блин, полный боезапас. Блять, и где он, сука, он идет ко мне? Ух ты ж. Не прокатило. Он наверху? Да, наверху. Иди сюда, отлично, давай, еще пол хп себе сними, красавчик. Хорош, хорош. Уходи. Он сам себя убьет, что-то, блядь. Хуёво очень. Бочку ёбну. А че плохого? Громко очень. Мы тут не так много стреляли, чтобы другие могли спалить, где мы. Не стой на месте, старайся двигаться. Кто-нибудь со скопа тебя высадит. Бля, а чё, костер потухнет сегодня? Нет, бля. Ах ты, зараза, закрытый. У тебя полная хп? Да, конечно. Сейчас он просто умрет уже. Ну, блин, если он решит все-таки пойти, блять. А, ебать, он здесь сломал ее, нахуй. Давай застрелю его, да и все. Не хочу шуметь. Он пускай мне бежит. Значит, стреляю. Кровотечение остановите, кровотечение стой. А, вот это железяка, да, ему сносил в ППшке? Да. Это бомба с колючей проволокой. Изгоняю? Да. Сейчас я выстрелю. Мне бочки взорвать. Не люблю, когда бочки в здании. Теперь надо быть потише. Слушать, наверное, что происходит. Ух, как это началось. Так, здесь никак не залезть. Здесь вход только один был? Чё? Вход в здание одно? Нет. Ну там вот ворота, которые я сейчас капкан поставил. Остальное, другое не знаю, я вот смотрю сейчас. Где еще можно войти? Там лебедка, а вот здесь еще дверь. Здесь где я дверь, там две запертые двери. И дверь на лебедке.
Бля, здание очень большое, дефать сложно. Еще капкан есть. Наверху. Тащи сюда. Сюда, под, сюда под дверь. Все, теперь сидеть, пасти. А вот еще дверь есть. Где? Вот, я смотрю. Она не здесь нет двери. А, нет, я дикил все. Да. Можно, конечно, понадеяться, что это были последние чуваки на карте. Зачем на это надеяться? Ну, чтобы не было сюрприза где-нибудь. Хм. Так мне интересно. Это безопасно. Ну и... В чем интерес играть и фармить? Собаки? Я не слышал. Гавкнули. Если ты слышал, говори где. Ну, как сильно гавкали? Прям гавкали или... Гав был. С 90-х, но тихо. Я не слышу там собак. С 90-х. Никого не увидел. Че, бери, пойдем. Я взял. Че за вторым? Давай пробуем. Ты понимаешь, да, что мы сильно очень рискуем? Я просто тебя в известность ставлю, потому что мне пофиг. Я здесь для того, чтобы убить как можно больше людей. Погнали. Ну, в смысле ты, блядь, меня отравила, мразь? Скорее всего, это не все. Скорее всего, просто кто-то ждет на выходе. Очень плохая новость. Да нет, это обычное дело в этой игре. Не надо было. Если бы ты не стрелял, я бы ее убил. Хайву слева убей. О, а. Хэдшот.
блин, проблема в том, что сейчас, если кто-то есть, они видят наше местоположение. Это самое страшное. Что это? Дохни. А? Замах, на, дохни. Ты что-то задумывался на секунду. Посмотри, где клюшку. Здесь. Только много времени не трать. У меня 3 секунды осталось. Понятненько. Там хайвас вправо. Не надо, здесь через окно можно войти. А, везде это есть. Да ты сдохнешь, нет? Блять, на ранчо. Там патронов нет случайно. Не вижу. Первый вид, чтобы здесь две двери было заперто. Обновлить. Здесь должен быть ящик. Не, его нет. Подстава. Обнова, скорее всего, такая. Что-то управили, что-то добавили. Добавили, что-то. Открыл. Я вижу. Что, ящиков вообще в игру не залезли? Я не понимаю. Что за хуйня, блядь, какая-то. Нездоровая. Ранчо. Ну ладно, раньше так раньше. Бля, телеги нет нигде? Бля, далеко телега. Ладненько. Сейчас мы его завалим. Ты завалить-то завалим. Патронов нет. Ну, обычно у боссов там патроны валяются, ящики эти. Ну, обычно, да. Не всегда. Поверь. Бывает, что редко, но бывает, что ни аптечек, ни патронов не валяются. Рядом. Самый неприятный босс. Двери закрывай, старайся за собой. Я вышел. Травил их. Не видел.
мразь. Попал. Ах ты ж, жопа. Где ты? Вижу. Перезарядка идет. Да в смысле, как ты пропрыгнул, блядь? Я специально встал за балки. Сюда. Забрел. Где ты? Ах ты ж быстрое существо. Бля, мне пешка нет. Пол задницу. Пуля. А, она пол за мной бежит. А, он патрон выкидывается, ты что, что? Если брать перезарядку так. Встань! Погляди все. Хе-хе, слепой попал. А мощный получается, если ты одну пулю отстрелял, перезаряжаешься, он весь магазин выкидывает. Не знаю, посмотри. Вот, я только сейчас заметил. Ну, почему у меня патроны быстро уходят? Для этого есть перк пулехват называется. Который я постоянно беру, потому что когда дольше перезаряжаешь, он один патрон выкидывает. Ты там створ магазина открываешь, у тебя патрон вылетает. Так... У Дольча, так у дробовика Спектр, и у Мосина, и у автомата Мосина. Пиздец, два человека на карте, как жить, блин. Может быть, те уже откинулись. От чего? Ну, мало ли от чего. Поверь, нет, здесь люди не умирают от мобов. Не забывай, что я сотого ранга. А ты Раша поставил, да? Да. На Европу пойдем в следующий раз. Там повеселее, там народу больше. Ну, окей, да, попробуем. Сразу возьми ханта и оружие, которое не жалко. Ты продаешь 25 левелов? Нет, 50-й продаю. Ну, продавай, если 25-й получил, на ханте сразу продавать. Есть высокая вероятность того, что следующую катку просто не выйдешь. Нет, если ты, конечно, фармишь всю ночь, когда никого нет, то тогда вопросов нет. А так мы сейчас... получается, я говорю, что я играл вот неделю или две назад. Ну, мы сейчас просто могли бы вначале откиснуть от этих двух ребят и все. И ты бы просрал своего ханта. Или у тебя нулевый этот? Не, 32-й, по-моему. Ну, сейчас получишь там 40 какой-то, продавай сразу. Я его оставлю другого, у меня же еще две ячейки свободны. Ну, этого-то продай, зачем он тебе? До 50-го. Там разница небольшая, 4700 или 5000. Ну, смотри сам, короче, я это тебе говорю просто. Это я чисто из-за статистики, чтобы плюс вошло. Типа, докачался. В смысле? Ну, там же есть статистика, докачай Хантера до 50-го, и там количество... Ну, не знаю, как-то не парился. Когда узнал, что можно продавать с 25-го, сразу продавал. Потому что я очень агрессивно играю. Если я слышу стрельбу, я иду туда, и никогда не иду в другую сторону. Ну, это потом как-то со временем приходит, потому что скучно играть. Ну, потому что у тебя уже сотовый уровень есть, а у меня сотового еще нету. Ну, у тебя какой? 45-й, по-моему. Ну, ты понимаешь, что ты... Тем, что ты будешь продавать хантов с 25-го, ты быстрее апнешься, чем будешь каждого докачивать до 50-го, потому что
Вот представь, ты сейчас докачаешь до 47-го, предположим, вот этого ханта. Пойдешь с им в следующую катку и умрешь. Минус 4700 опыта на аккаунт. Просто из-за того, что ты пожадничал и не захотел его подавать. Согласись, не круто. Он понизился первым. Согласись, не круто. Так я это. Я этого перса оставлю для рашки. На фарм? Смотри сам, я говорю. Вот сейчас тоже, мы нифига не вдвоем были. Вот если бы я не услышал воронов, которые ты сказал, что сидели на месте, мы бы, возможно, получили бы по пуле в спину. Игра непредсказуемая очень, поэтому не будь так уверен, что ты прям вот 100% докачаешь ханта до 50-го. Я просто высказал свое мнение. А че так мало? Почему только 200? Должно быть 250. Может, это не рандом? Странно. Очень странно. Да. Чекай. Че, серьезно, блядь? Живучая псина. Ну, скучно. Кругом игрались. И здесь просто. 8 киллов сделали. 8. У нас осталось уже по одной полоске хп. Все сгорели в боях. И один чел нас просто у ворот убил. Ёбок. 8 киллов за катку. Вот это, блядь, там такое мясо. Так всего уже 10 должно быть. Там, ну тоже, нам написали, что 8. Там, короче, знаешь, в чем прикол? Если ты нокаешь чела, его... Походу как такие баталии вообще.